В Кармакшинском районе большое внимание уделяется развитию населенных пунктов в рамках программы «Аул Ельбисыга». В ауле Турмагамбет планируется провести капитальный ремонт на 5 улицах. В ауле Алдашпай Ахон будет построена детская игровая площадка. В Комикбаев модернизированы электросети. Также в течение года в ауле Куандарья начнется строительство фельдшерско-акушерского пункта. Аким района Жандос Нурик Иркинбек провел отчетную встречу в вышеуказанных селах. Население аулов, расположенных вдали от трассы Самара-Шымкент, переживали трудности с транспортным сообщением. Потому на выделенный из областного бюджета 1 миллиард 445 миллионов тенге был проведен средний ремонт автодорог аулов Ахжар, Турмагамбет и Кумикбаев. Кроме того, проводится работа по газификации населенных пунктов. На подведение газа от райцентра до аула Дронгар потребуется свыше 7 миллиардов тенге. За 2 года были внесены изменения в проект, но средства в этом году были выделены. Сейчас идут конкурсные процедуры. При утверждении подрядчика строительные работы начнутся в июле. Благодаря этому автоматически будут подключены к газу расположенные на этой территории аула Ирколь и Турибай. Дальше появится возможность газифицировать аулы Третий Интернационал и Ахтубе. В аульном округе Кумикбаев строятся современные детские и спортивные площадки. Ожидается сдать объекты в следующем месяце. Вдобавок к этому в ближайшее время начнутся работы по установке на 11 улицах аула столбов освещения и модернизации электросетей. Также рассматривается проект строительства сельского клуба на 100 мест. Согласно поручению акима области, одна сторона будет клубом, другая – спортивным комплексом. Это эффективно и для нас, и для бюджета. В ауле Куандарья заасфальтированы 3 улицы, проведен средний ремонт на 7 улицах, установлено ночное освещение на 12 улицах. Качественно строятся детские и спортивные площадки. Планируется в текущем году строительство фельдшерско-акушерского пункта. На выделенные 12 миллионов тенге при въезде установлен паспорт аула. Касательно поливной воды, недавно вышел из строя мотор, отремонтировали. Работаем над решением возникающих проблем. Население аула Алдашпай-Ахон волнует вопрос устаревших столбов освещения. Для решения вопроса готовится ПСД-проект, отметил аким аула. На отчетной встрече были подняты и другие волнующие сельчан вопросы. Невозможно ходить по улице Антымах, посмотрите сами. В марте из-за больших осадков в виде дождя не смогли выйти из дома. Слякоть, лужи, глиняная жижа. И вправду, состояние улицы Антымах не из лучших, подготовлено ПСД. При выделении необходимых средств будем работать над решением до конца года этого вопроса. В ауле Турмагамбет в рамках программы «Аул Ельбисыга» капитальный ремонт прошли 5 улиц. И здесь население тревожит вопрос с поливной водой. Жандос Сиркенбек отметил, что все вопросы взяты на заметку и по ним будет проведена соответствующая работа. Галымжан Жумназар, Даулет Сагыт, Санжар Мансур, Турихан Хожахметов, телеканал «Кызылорда».